Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор Чекин. Часть 2. Задание 306. Составь уравнение к следующей задаче. За ласты и маску для подводного плавания заплатили 350 рублей. Ласты на 30 рублей дороже маски. Сколько стоят ласты?» Итак, сколько стоит маска, сколько стоит ласты, неизвестно. Известно, что вместе они стоят 350 рублей. Тогда для того, чтобы составить уравнение для решения задачи, мы обозначим стоимость маски буквой X. Маска. Вот так. Это X рублей. А тогда сколько же стоят ласты? Они на 30 рублей дороже. Тогда для стоимости ласт мы запишем такое выражение. X и плюс 30. И все это вместе стоит 350 рублей. Тогда запишем это все в виде уравнения. Итак, если мы x сложим с x плюс 30, то есть стоимость маски и стоимость ласт мы сложим, то получим равно 350 рублей. Вот мы составили уравнение, теперь его нужно решить. Что значит решить уравнение? Найти значение x, которое при подстановке в полученное уравнение обратит его в верное числовое равенство. Чтобы найти x, мы воспользуемся сочетательным свойством сложения. А значит, мы можем, ну, здесь у нас три слагаемых, x плюс 30. И второе и третье объединено скобкой. А мы сделаем так, чтобы первое и второе было объединено скобкой. А 30, вот так напишем, плюс 30. И равно 350. А теперь оставим x плюс x в левой части. И тут уже скобки нам не нужны, потому что только это останется в левой части. А чтобы у нас осталось только это, то нам нужно вычесть из левой части 30. Но одновременно, чтобы равенство осталось верным, нам нужно вычесть 30 и из правой части. Тогда получается у нас, ну, из левой мы вычтем 30. Не буду я писать плюс 30, минус 30. Это и так очевидно. А равно, а вот справа я обязательно напишу, 350 минус 30. И теперь у нас получается слева x плюс x, а справа 350 минус 30, это будет 320. То есть получается два раза x, x два раза, x плюс x, это 320, а тогда чему равен x? Чтобы найти x, значит, нам нужно 320 разделить на 2. Но тогда x будет равен 32 десятка разделить на 2, это будет 16 десятков, или 160, и это у нас рублей. Но что такое x? X – это маска. А в задаче вопрос такой – сколько стоят ласты? Ласты на 30 рублей дороже. Тогда x плюс 30 будет равно 160 плюс 30. Это будет 190 рублей. Вот теперь мы запишем ответ. Еще раз читаем вопрос. Задача спрашивается, сколько стоят ласты? Ласты стоят 190 рублей. На этом все. Задача решена. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.